Формы поглажены, портфели собраны, цветы куплены. Школьники Самары в предвкушении 1 сентября, до которого остались считанные дни. В этом году за парты сядут 112,5 тысяч школьников. Среди них более 13 тысяч первоклассники. В полной готовности и все 160 школ города. Среди них и две новые – в Волгаре и в Крутых Ключах. Полностью сформирован и библиотечный фонд. В этом году за счет областного бюджета были закуплены все необходимые учебники из расчета 650 рублей на школьника. Мы сейчас пытаемся и много работаем с директорами о том, чтобы они минимизировали количество покупаемых родителями рабочих тетрадей. По каким-то предметам можно вполне обойтись и без них, поскольку они, конечно, дорогостоящие, а являются одноразовыми предметами, конечно, индивидуального пользования. Учиться будет безопасно, все школы прошли проверку на противопожарную безопасность. Некоторые школы получили дополнительно новые классы за счет переоборудования собственных помещений. Также сейчас идет работа по возвращению 54-й гимназии спортивной площадки, которая много лет назад была отдана под погреба. На общегородском совещании в мэрии Олег Фурсов дает поручение разобраться в ситуации как можно скорее. Посмотрите практику судебную, как она в этом случай решается, потому что земля муниципальная, насколько я помню, это временно все отдавалось в 93-м году. Конечно, это нонсенс, когда стадион отдан там в угоду 17 людям, которые построили там погреба. Школьные линейки в этом году пройдут особенно красочно. В рамках программы «Цветущий город» во всех дворах были разбиты цветники. Каждая школа может похвастаться своими шедеврами ландшафтного искусства. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, «События».